На данном участке должен находиться желоб, водосточный желоб со стекающим бортиком. Здесь проложен обыкновенный желоб. Водосточный желоб на улице Центральной в Чигирях установлен без бортика. Именно он помогал бы направлять дождевую воду в нужное русло. Здесь потоки растекаются. Из-за этого страдает участок улицы Центральной от Восточной до Садовой. Там регулярно подтапливает дома, что негативно сказывается на состоянии фундаментов жилых помещений, пожаловался общественникам местный житель Николай Краснобородько. Весь поток с учетом рельефа местности и наклона воды идет по левой стороне дороги по направлению движения улицы Центральной, если ехать с города. И получается, на противоположной стороне водосточный лоток со стекающим бортиком проложен. Да. Хотя весь поток, как я сказал, с учетом рельефа местности идет по левой стороне. И он уходит на улицу Садовая и размывает ее. Представители администрации Благовещенского района рассказали, участок дороги последний раз ремонтировали в 2018 году. И тогда здесь было место для остановки общественного транспорта. Мы сейчас стоим на остановке. Сюда раньше заходил автобус. Почему тут бортика и нету в 2018 году? Это раньше тут стоял павильон, люди садились. В 2020 году мы, видите, перенесли остановку по нормам, потому что нам ГИБДД не согласовывало. То есть появилась остановка там. В этом месте она не должна была находиться. Поэтому здесь и нету, видите, вот этих бортиков. В ходе обсуждения поступило предложение установить по улице Садовой лежачего полицейского. Искусственная неровность позволит во время дождей хоть как-то сдерживать воду. Однако окончательное решение по этому вопросу примут позже. В ближайшее время на место прибудут специалисты для оценки фронта работ. В течение недели приедут специалисты, проведут определенные работы, то есть составится смета, ведомость объемов работ. То есть будет сумма, эту сумму будем защищать Министерство дорожного хозяйства Амурской области. Между тем, по информации общественников, в их адрес продолжают поступать заявки о ненадлежащем состоянии дорог со всей области. Вопросы в сфере ремонта дорог – это очень популярные среди жителей Амурской области, да и вообще в целом страны. Поэтому заявители очень часто обращаются по данным вопросам. И если подтверждаются действительно какие-то либо нарушения, то такие вопросы берутся на контроль и прослеживается их исполнение. Анастасия Слесарева, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.